Следующий докладчик Тинькофф Константин Александрович от организационной комиссии. Тинькофф Константин Александрович, Токарь, Нижегородский водоканал. Прежде чем довести сути, так сказать, цифры по оргкомиссии, по приведенной нашей оргкомиссии, мне бы хотелось сказать, что по экологии будто бы назревают такие вопросы у работодателя, где он проводит время на то, чтобы увидеть рабочий день. Хотелось бы этому руководителю, если было можно так, тем рабочим, сказать, а что в экологии есть безработица? Или есть? Есть. А почему за счет увеличения новых рабочих мест не увеличить свое производство? Я об этом говорю потому, что когда мы говорим, что увеличивается ли наше количество наших рядов, членов нашей общественной организации рабочей партии России, по этому вопросу ответить так. Сормовский завод «Красная Сорма», где судостроительный, сократился в 10 раз. И поэтому говорить, что о каком-то рабочем движении на этом заводе сложновато. Можно пройтись по другим заводам, машиностроительный завод, где было тоже под 45 тысяч. От него осталось тоже примерно столько. Завод «Сокол», где выпускал «Миги», свели его до такого же уровня. Завели туда сначала то гжель, то мечется за эти 25 лет, то вдруг пассажирские самолеты. А «Миги» 29 и 31, там только ремонт, больше и ничего. Говорите о росте рядов с этих заводов, тоже слушать сложно. У проходных, раздавая газеты наши, рабочий коллектив не молод. И рвение, что мы за счет этих заводов большой рывок получим в росте наших рядов, нам особо не стоит. Но работу мы проводим, газеты, задачи нашей партии поставлены перед нами, мы выполняем. Газеты распространяем, и поэтому я не буду вдаваться в эти подробности, так как знаю практически эту ситуацию. А доклады будут сейчас. Численность рабочих, рабочей партии России по отношению к общей численности 18%. По бюджету. А в бюджет ЦК Рабочей партии России приход партийных взносов от Ленинградской партийной организации поступило 28 300 рублей, Московской партийной организации 25 194 рубля, Нижегородской партийной организации 7 200 рублей и Ивановская Шумаков Анатолий Петрович 2000 рублей. Итого приход составляет 62 694 рубля. Для проведения мероприятий, которые проводит наша организация Рабочей партии России, это, например, деньги из бюджета тратятся как на издание газет, это в основном эти средства поступают от Ленинградской партийной организации, на проведение Российского комитета рабочих. Деньги также поступают от ЦК. И я докладываю о расходе, который на проведение РКР на составляет было потрачено 23 850 рублей. Ну, октябрьский. На проведение мартовского заседания 28 234 рубля. Итого было в расходе, составлял сумма 52 084 рубля. Остаток на 9 июня составляет 41 227 рублей. Вопросы ко мне?
Пожалуйста. Евгений Александрович, у меня такой вопрос. Вот по статистике, ну, по динамике. Я так понял, что, конечно, статистика рабочих у нас достаточно положительная, раз в два раза их увеличилось количество в предыдущий год. В целом это значительно больше, чем рост партии. Партия растет не очень быстро, а вот количество рабочих, не... может, это, конечно, только в этом году, но увеличилось в два раза. А численность партии тут на 36%. Соответственно, соотношение немножко разное стало. Уже не 12%, как было, а 18%. За счет чего вот это произошло, как вы думаете? А, как я думаю. Насколько это по, так сказать, повлияло на партию вообще? Для меня это вроде как просто в материалах, в газетах, которые были распространялись и были изданы в нашей организации, были выданы адреса, где были показаны. Ну, наши контакты. Второй ответ. Это Красный университет. Вот это основные направления. Газеты, газеты. Что еще? Ну, вот так. Нет, вот Красный университет, он не первый год существует. Не первый год. А результат получился не сразу был, да. Ленинградская организация, опираясь на свой опыт работы, создания и работы по плану работы организации, выступала с инициативой предложения Корбюро о создании единого плана работы нашей партии. Вот, скажите, пожалуйста, какие-то шаги сделаны в этом направлении? Ну, шаги у нас, программу, задачи, которые были поставлены, мы два заседания Российского комитета рабочих. Это одно из организующих моментов. Газеты и адреса, я, кажется, буду повторяться только. Спасибо. Еще? По первой части вашего доклада, вот есть ли влияние сейчас повышенного внимания правительства к военно-промышленному комплексу на развитие промышленных предприятий в Нижнем Новгороде, в Нижнегородской области, например? Ну, кто-то же должен производить технику, вооружение. Здесь есть какие-то точки развития? На предприятиях? На предприятиях. Точки эти обозначены. Я знаю, ряд предприятий был, сейчас обновляется. В смысле, делаются фасады пока. Фасады цеха строятся, да. Уделяется, закрывается старое производство. Допустим, он на машине, с моей оценки, закрывается старое производство. Количество рабочих там опустилось до непонятного. Производство с работников требует много чего, а не организуя производство. Это я, мое так мнение, что и обращаюсь, разговаривая с теми рабочими, которые там еще работают. А производство, новые предприятия, да? Машиностроительный завод, Алмаз-Антей, там построены фасады, все, есть и машины, но так, чтобы бросался и шаги какие-то. Поэтому, когда я отвечаю на такой вопрос, может быть, я имею хотя бы больше запрос, чтобы это действие правительства было еще шире. Но пока, допустим, как с авиационным заводом, с заводом Красного, хотя у них есть заказы, директор завода пытается сохранить коллектив, но зная, что по информация, что часть заказов передается на Адмиралтейский завод. Там производство, в общем-то, сокращается, переводится на немножко другие рельсы. Пусть мне докажут что-то другое. Есть еще вопросы к докладчику? Все тогда, да? Все? Все. Спасибо.